давайте в первую очередь поздравим клуб «Кайрат» такой блестящий как бы результатом, то, что, в принципе, и на въезде там выиграли, и дома тоже сыграли достойно и выиграли в втором тайме там, после того, как свое преимущество они использовали. Это касается больше командной организационной игры, надо отметить, и, естественно, функциональное состояние. Я и смотрели визную игру в Тбилиси, и там то же самое было, что после 65-й минуты, в принципе, «Кайрат» уже довольно сильнее выглядел, чем тот же тбилисская «Динамо». По первому тайму надо отметить, что очень здорово «Динамо» играло. В атаке вот индивидуальных футболистов у них очень хорошие. Вот надо отметить там 10-го номера, наверное, 11-го номера, который очень здорово. Левый защитник, который очень хорошо подключался. Но я честно скажу, что я Георгию сказал, рядом сидел, он говорит, он такой объем в первом тайме сделает, что я говорю, во втором тайме он точно не сможет столько бегать. И вы сами видели, что на 60-й минуте его заменили. То, что я увидел, работа идет очень здорово. Очень здорово в академии, потому что, еще раз повторю, командная игра, вот, взаимодействие там, игры в защите, постраховка. Что касается из обороны, быстрый переход в атаку и гол, который второй забили, вы сами видели. Я напомнил вот, нашему спортивному директору, говорю, помните игру с Астаной, когда мы 4-1 выиграли, 3 раза такой гол забили. И как бы приближаются по игре первой команды, и мне это очень нравится. Так что еще раз поздравляю всем этой победе, значит, и желаю успехов в дальнейшем.